Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня», и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик, так сказать, по просьбам и вопросам зрителей. Накопилось некоторое количество вопросов, которые часто достаточно задают в комментариях. Сегодня буду на них отвечать. Ну и по ходу посмотрим, чем же таким интересным мы сегодня будем заниматься. Итак, первый вопрос, который был на стриме и в личке, и в комментариях часто мелькает. Юля, что в этом месяце с электричеством? Не поверите, друзья мои, мы просто в шоке от Тулэнерго. Серьезно в шоке. Я не знаю, как они работают. Но у меня вот волосы, мне кажется, сегодня вот так вот дымом встают. Значит, нет, новости-то хорошие для этого месяца. Неизвестно, что будет в следующем. Во-первых, Тулэнерго не работает. Ну, точнее, они как-то там работают, но связаться с ними практически невозможно. Вчера, нет, позавчера, вчера Станислав Юрьевич по работе ездил в Ясногорск и заехал в Тулэнерго. Все двери закрыты, попасть к ним невозможно. Он стоял на пороге, звонил по номерам, которые у него были, по номерам, которые там указаны. В итоге, через какое-то время у него получилось дозвониться до администрации нашего Тулэнерго. Ему сказали, что в этом месяце оплачивать ничего не надо, поскольку с прошлого месяца у нас там висит большая переплата. Мы прям удивлены, с чего бы это, да? Как так? И, ребята, я не знаю, как они считают этот свет, но меня уже от них трясет. Хорошо, что в этом месяце ничего оплачивать, конечно, не надо. Нам сказали, что в счет прошлого месяца большая переплата. Это замечательная новость. Но что будет в следующем месяце, что они придумают и нам выкатят, мы пока не знаем. Это первое. Второй вопрос часто звучит. Говорят, Юля, покажи, пожалуйста, котят. Поэтому небольшая вставочка про котят. Так, вот они, наши кабачки. Сегодня чернилка, вообще-то они живут в коробочке. Аккуратненько, мама приходит, их моет, кормит. И все, собственно говоря, ну такие они. На самообеспечении на маме висят. Но сегодня ночью чернилка решила, что им пора уже гулять. И несколько раз притащила ночью нам их в кровать. Прям вот за шкирку взяла, из коробки вытащила. И несколько раз я проснулась, а у нас под головой или под ногами лежат котята. Я попросила Стаса отнести их обратно в коробку. Я его растолкала, разбудила, он их отнес. Но минут через 20 эти котята опять оказались у нас в кровати. В общем, чернилка их самостоятельно вытащила из гнезда, и теперь они у нас ходят, так сказать, по дому. На данный момент они... Правду говорю, будь здоров, Полин. На данный момент мама за ними ухаживает самостоятельно. Если они чего-то где-то там наделают, поскольку они пьют пока только мамино молочко, она за ними самостоятельно убирает, подлизывает. И, в общем-то, пока чистенько. Но меня напрягает эта ситуация, что у меня по дому вроде два котенка. А где второй-то? А где второй, Полин? А, вот он сидит, спрятался. Иди сюда. Не вытаскивай! Ну, подожди, подожди, ну надо же показать. Надо же показать. На радость Пелагеи Станиславны. Кс-кс-кс. Ну, повернись. Два мальчишки у нас осталось. Ну, было три, осталось два. Два мальчишки. Вот этот один такой, он пошустрее, поживее, побольше. А и второй... Пузик. И пузик у него большой, он очень хорошо кушает. А второй, он такой поспокойнее, чуть-чуть поменьше. И... Пузика большая. И маленькая пузика, он поменьше, наверное, кушает. Не знаю, как так получилось. В общем, два брата-акробата ползают у нас, так сказать, передвигаются почти по... Ну, они уже, конечно, так сказать, можно бегают, но еще не очень быстро, как взрослые кошки, немножко так заваливаясь на бочок. Что? А еще девочка была, только она почему-то... И жаб-то убивает. Да, еще когда была совсем маленькой. Так, да. Все, один пошел. Второй пошел. У меня есть небольшой видеоролик отдельный, прям про котят. Такой мимимишный ролик. Когда демонтирую, обязательно его выложу. В общем, вот такие вот дела у нас с котятами. Поле с ними, как курица с яйцом целыми днями. Ходит, таскает, играет. Да? Он под хозяйку пополз. Под хозяйку дополз. Следующей просьбой зрителей было... Аля, Юля, вы очень мало снимаете. Снимайте ролики длиннее или чаще. Чаще, к сожалению, не получается, а вот подлиннее всегда, пожалуйста. Итак, сегодняшний очень длинный видеоролик про все, про все. И продолжим мы его распаковкой подарка, который пришел для Поли. Забирал я его в одном из прошлых роликов в СДЭКе. Вот здесь оставлю вам ссылочку, сможете посмотреть этот ролик. Давайте же посмотрим, что там такого интересного пришло для Пелагеи Станиславны. Распакуем и все вам покажу. Вот она, эта самая заветная коробочка. Открываем и смотрим. Пришел нам сюрприз. Упакованный в такую разноцветную коробочку.
размером 10 на 10 сантиметров со всех сторон. Такой своеобразный кубик. Что у нас внутри коробочки? Открывай, Полень. Так. Коробочка раскладывается в игровое поле с разными зонами. Ха, это такая, знаете, как квартира, что ли? Как домик. Да. Что у нас внутри этой коробочки находится? Это куколка, которая называется Поли Доли. Так, куколка вместе с кем? Томчиком. Том. Зайчиком. Так. И еще одним зайчиком. Зайчик. А он еще умеет вот так. О, два Томчика. Смотри. Как он умеет? Подожди, Поля, я так не вижу. А, вот так умеет, да, сидеть еще? Вот так умеет еще сидеть. А это сейчас просто достал, чтобы туда... А это какие-то крепежи. Для чего они нужны? Не знаю. Не знаешь? Давай сейчас с тобой посмотрим. Конфетка. Конфетка. Так. Наклеечки. Хм. Это раскраска. Раскраска. Это конфетка. Конфетка. Это какая-то карточка. Я так понимаю, что это, наверное, знаете что? Это, наверное, этот... пекарня. Пекарня, да, точно. Всего в наборе вот этих Поли Доли 6 кукол. В каждом, так, в каждой коробочке вот такая, в которой они запакованы, раскладывается в игровое поле. Всего их 6 вариантов. Можно собрать целую коллекцию и сложить в одно большое поле. В каждой коробочке по 11 предметов. Для всяких... детских забав. Так, ладно, сейчас мы тут что-нибудь с ней соберем, с Полюней, обязательно вам покажем. В общем и целом мы разобрались. Из технических деталей, если вдруг тоже у вас такая куколка будет, есть вот такой крестик, он вставляется сюда, получается такая как комната. Через этот крестик можно присоединять другие комнаты, если у вас есть другие коллекции. А также такие вот две закреплялки, их тоже присоединять надо к другим комнаткам, чтобы они вот так ровненько стояли. Давай, Полюня, рассказывай, что у тебя тут еще, оказывается, в наборе пришло. У меня раскладка, а эти штучки вот... Маленькие штучки, которые были в наборе, это украшения для, да, волос. Между прочим, у всех куколок есть отверстие для украшений. Если у вас куколок несколько, то можно меняться украшениями между куколок. Это куколка пекарь. Она целиком резиновая. Ой, ой, упала. Она целиком резиновая и цельная такая, так сказать. А это рисуночек. А это рисуночек. А еще кто есть у куколки? Питомцы. Питомцы. Зайка. Зайка. И еще один зайка. Два зайки? Да. Такие зайки похожи на кексики. Смотри, у них такой сверху белый, как будто глазурью покрыты они, да? Ну да. Два зайки. И торт еще у них есть. Да. Это угощение для питомцев. Да. Тебе понравилось? Да. Да. А еще тут наклейки. А еще есть наклейки, да, видимо, для того, чтобы приклеивать, можно было стационарно это, чтобы не шатался этот домик. Приклеивать, например, к столу. Я лучше не надо. И просто наклеечки с этой куклой-пекарем. Их можно куда-нибудь приклеивать, куда захочешь, просто наклеечки. Да. Так, я, пожалуй, сложу, хорошо? Складывай. Поля собралась в гости к соседской девочке и сказала, что возьмет все это дело с собой. На самом деле очень удобно. Все так вот раз обратно в коробочку сложил, убрал и понес. Ага. Правда, удобно. Сейчас покажу. Сейчас покажем. Та-дам! Прям 10 секунд мы все аккуратненько сложили, закрыли. Держи, покажем зрителям. Закрыли крышечкой, все туда поместилось, крышечка закрывается, и можно брать с собой в гости, чтобы играть с друзьями. Да, вот так. И пошел, да? Ссылку на магазин для приобретения куклы Поли Доли оставлю внизу в описании к этому видеоролику. А также оставлю вам промокод, который даст скидку 30% на приобретение такой игрушки до конца лета 2020 года. И-и-и. Ты что, спишь? Чш. Ты что, спишь? И ты что ли спишь? Поля, отойди от света, ничего не видно. Ну, хватит спать-то. Налопались, набегались и спать. Мешочки. Спишь. Ой, потягушка, потягушка лапкой.
И-и. Ушастые? Ушастые. Хватит спать. И-и. Ну, конечно, они в основном спят. Кошки вообще в основном спят. Когда снимаешь близко, кажется, что вроде бы объект большой. А на самом деле, посмотрите, какие они малюськи. Это обычное стандартное кресло. Поля, отойди от света. Обычное стандартное кресло, на котором я люблю посидеть. Оно старое, но очень удобное. Посмотрите, какие они там. Два малюськи. Переложили мы их обратно в коробочку, поскольку мы сейчас уезжаем, и чтобы они никуда случайно там не заползли, или мы на них случайно потом не наступили, потому что они все-таки малюськи. Положили мы их обратно в коробочку, но чувствую я, что сейчас чернилка придет и опять их отсюда вытащит. Ну, а мы собираемся и едем в Иваньково. Заехали по дороге к друзьям. Вот что-то Станислав Юрьевич тащит культиватор. И куда он его тащит, интересно? Ты что там сидишь? Снимаю тебя. Ты что ты снимаешь? Здесь Наташка поздоровается. А, на дом Наташка? А, пойду поздороваюсь. У Наташки улетела теплица. Поломала поликарбонат. А его просто вырвало или она прям упала? Ее крутило и оттащило до газовой трубы. Об трубу шандарахнула, да? Вот это витрина у нас. Обалдеть. Приехали. Привезли. Давай, подержи кружку. Привезли агрегат и водителя агрегата. Где он? Вон он. Водитель кобылы. Водитель кобылы. Да. Андрюха знатный водитель кобыл. Идет. Все иду, там и канаем. Ага. А это значит, что будем пахать. А это значит, будет пьянка. Какая пьянка? Пахать, говорю, будем. Андрюх сегодня в кашур ехать. О, до чего техника дошла. Раньше лопатами копали. А сейчас тык-дык-дык. Ого-го, ничего себе, какой крот. Я вот городской житель, ни разу не видела, как этой штукой пашут. Трактор видела, а вот этой штукой нет. Так, друзья мои, что хочу сказать. Пришла домой переодеться, зашла. Почему-то зрители некоторые считают, что я в хорошей одежде ковыряюсь в огороде. Не знаю, почему они так считают. Вообще-то я привожу с собой другую одежду, чтобы переодеться, и которую не жалко, в общем, испачкать. Ну, как у всех. А у нас нет света. Ё-моё. Хотя ничего удивительного на самом деле в этом нет, потому что такая ветрища на улице, что все сносит, посносит. Опять, наверное, где-нибудь дерево на столбы упало, на какие-нибудь провода. И света нема. Спряталась я в сиреневом домике, вот стою внутри и смотрю, как там мужики копают. Стас собирают кое-какие там почему-то камни оказались на этом поле. Если я правильно вижу, ну, когда я смотрела, раньше засаживали все поле целиком, и ту половинку, и эту. Анвар, который здесь живет, он говорил, что здесь сажали картошку. Видимо, потом все поле перестало как бы надобиться новым хозяевам, наследникам, у которых мы купили дом, и они оставили только вот эту половину под картошку, а ту половину несколько лет уже не обрабатывали, она маленько подзаросла. Но видно, что раньше она пахалась, и там что-то сажали. Мы решили все поле это запахать, но у Андрея не так много времени, чтобы сделать все. Не знаю, я успеет он сегодня или не успеет, плюс у нас еще огород там на задах есть. Поэтому мы решили начать с того поля, что точно не пахано. Здесь еще можно, в принципе, и, ну, оно мягкое достаточно, земля мягкая, можно обойтись без пашки, ну, по осени перепахать. А вот ту половину надо срочно. Значит, теперь у нас идут дебаты насчет вот этого поля. Дело в том, что я планирую высадить сюда георгины. А Станислав Юрьевич в этом году, вот сколько лет, почти 40 лет жил, не питал особой любви к картошке. Но в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также в связи с тем, что у нас теперь есть подвал, а также есть погреб в сарае,
он ко мне пристает, говорит, давай сажать картошку. Но он ни разу в жизни, собственно говоря, этого не делал. Я ему объясняю, что за картошкой надо ухаживать, надо окучивать, жуков собирать, сажать, потом опять окучивать, потом, если что, поливать. Ну, то есть, эту картошку не так вот кинула, и она у тебя прям колосится. Но он настроен на посадку картошки. Не знаю я, что у нас получится из этого дела. В общем, мы решили, что, наверное, все-таки небольшую часть мы все-таки посадим картошки, несколько рядов, ну, так сказать, напотренироваться. Я-то в своем детстве с родителями этой картошки насажалась выше крыши и не питаю к ней особой любви. Купить ее значительно дешевле, чем выращивать самостоятельно. А он прям горит желанием картошку посадить. Ну, в общем, друзья мои, часть этого поля, ну, скорее всего, две трети, вот то, что вот сейчас будет, будут георгины, и несколько рядов, скорее всего, мы еще там сделаем картошки, если Станислав Юрьевич не потухнет к моменту ее посадки, скажем так. Но это все всего лишь планы. Как они осуществятся, вы обязательно увидите в следующих видеороликах. Ну, в ближайшее время посмотрим, что у нас из этого получится. Но планы-то громадье, как всегда. Век живи, век учись. Хорошо, что она тарахтит, и мы не слышим. Точнее, вы не слышите, я-то слышу, как они друг с другом разговаривают. В основном один мат, если честно. Один учится, другой учит. Не ешь их, брось бяку. Смотрите, какие червяки жирные в земле. Ну вот, растерял и Петю, и Васю, и Сашу. Доверяйте после этого живность. Что-то у них там выскочило. Андрюх, как у тебя этот агрегат называется? Это что? А вообще что это? Мотоблок, крот, как это называется? Форза называется. Нет, Форза это фирма. А что это, мотоблок или что это? Нет, мотоблок он больше. Мотокультиватор. Мотокультиватор. Ну и как тебе? В эксплуатации нравится? Нормально. Пашет? А он только пашет, а что он еще умеет? Все он умеет, но он только пашет. Да? А молоко дает? Ну и плуг идет, ёпта. И плуг есть? Да. Это снимается, ставится колеса, и цепляется плуг нахуй. Под картошку грядки на пахе хочет. Прикольно. Так же окучивать потом картошкой. Прикольно. Тяпка пробежалась, тряпку постебал и нахуй. И окучил. Ага. Оставила мужчину разбираться, так сказать, с пахотой и со своим этим чудо-агрегатом. Куда бы спрятаться, ветер дует везде. В прошлый раз обрезала виноград, кто ролик не видел, вот здесь наверху ссылку вам оставлю. Осталось там куча веток. Сейчас я их миленько постригу и сложу. Значит, что мне сказали? Зрители мне сказали, что на виноградной лозе очень хорошо коптить. Поэтому я сейчас, наверное, возьму секатор и миленько его настригу, чтобы можно было в дымогенератор для копчения засовывать. Да? Да. Спасибо зрителям, всем тем, кто подал такую классную идею коптить на этой лозе. Говорят, что очень классно. Для этого мне потребуется ведро, секатор и мешок. Ведро настригать, мешок пересыпать. И лозу я понемножку оттуда тащу. Вот за тем забором с левой стороны врезала в прошлый раз. Скучно там одной сидеть. Я решила, буду наблюдать, как мужики работают. Ну и потихоньку лозу стричь. А то вдруг они без моих ценных советов не смогут нормально перепахать. Нет, я, конечно, шучу, просто одной там действительно сидеть скучно. Друзья, за 3 часа, в общем, я настригла большое такое 20-литровое ведро или 15-литровое, не знаю, ведро большое, настригла. Потратила на это, сказала уже, да, 3 часа, может быть, 4. Ну, примерно. Поняла, что больше я сегодня просто не осилю, поскольку у меня вот это место уже болит от секатора. Да, вот так вот, когда делаешь постоянно. Поэтому, конечно, я сегодня не осилю всю лозу, что там есть. Это мы сейчас уберем в сухое продуваемое помещение, чтобы подсыхало. А лоза, которая осталась там, просто ее уберу сейчас тоже в сарай. И когда будет время, буду потихонечку делать. Ну или по необходимости для копчения буду просто настригать и делать. Что хотел сказать, забыл. Ура, ура, у нас, во-первых, дали свет. Ой, во-вторых, что-то у меня уже попа квадратная стала. Я вот сидела на бревнышке, видите, видно во мне солнце. Вот на бревнышке, в общем, сидела. По-моему, я уже корни в него сама пустила. Надо немножко походить. Пойду уберу оставшуюся лозу. И вот там, где перепахано, нужно собрать и выбрать всю траву. Я сейчас так и сделаю.
Нужно выбрать всю траву, чтобы она не пустила корни. То, что было поживее, я связала в вязанку и убрала под крышу. Осталась у меня еще куча. Но это ветки прям совсем старые. Они уже их в руки берешь, они разваливаются. Они засохли еще на этой лозе, наверное, не один год назад. Думала, что с ними делать. Собирать их, куда-то тащить. Они все рассыпаются прям в труху, пока несешь. Будет целая куча этих маленьких веточек по всему участку. И ничего у меня не придумала, как просто сжечь эту кучу. Прям на огороде. Аккуратненько сейчас ее туда так сгребу, подожгу. Она сгорит, Стас здесь будет пахать и запашет. Но мне кажется, это самый оптимальный и быстрый вариант. Ну вот и все. Была куча и нет кучи. Пока я там разбиралась с виноградом, Андрей уехал. По делам оставил Стаса допахивать, допашивать. Не знаю, как правильно, в общем, возделывать землю. А с травой я не успела, поскольку пришел Анвар. И уже траву всю там почти собрал. Какой молодец! Ой, спряталась. Эх, не успела. А вон бегает. Птичка. Раз, опять нырнула. Всех червяков собрали. Они такие тут, трясогузки. Ой, опять спряталась. Давай попробуем. Все напахалось. Тоже, да. Тяжело очень ее держать. Она прям вперед так бежает. Оставила мужскую половину, так сказать, доделывать огороды. И Станислав Юрьевич послал меня, так сказать, за Магарычом в магазин. В деревне обычно как? Нет, ну, конечно, сейчас уже в современных деревнях деньгами между друг другом расплачиваются. Но у нас как-то так вот по старинке. Пойду за Магарычом, так сказать, к чаю. Так, за Магарычом сбегала. Теперь пришла обратно. Пока светло, надо еще пролить посадки, которые мы тут пересаживали. Это груши. Там кедр у нас еще есть. В общем, надо хорошенечко их так пролить, скажем так. Итак, друзья мои, сегодняшний день достаточно долгий, подходит к концу. Мы, в общем-то, все, что запланировали, все сделали. И теперь для тех, кто находится в городе, в четырех стенах, мой такой вам посыл. Вы просто послушайте звуки деревни. Сейчас я сделаю их в конце этого видеоролика. Просто расслабьтесь. У нас есть в конце участка вот такой пандус, который идет над склоном. И за моей спиной, посмотрите, какая красота. Еще, конечно, ничего практически не распустилось. Все только просыпается, поют птички. Ветра нет. И такой здесь дзен классный. Было бы очень здорово вот эти доски закрепить получше, поскольку это просто настил. И поставить здесь качели. 5 лет живу в сельской местности, 5 лет мечтаю о садовых качелях. Чтобы можно было просто сесть и вот этой красотой любоваться. И отдыхать душой. Прекрасно просто. А также, прямо с краю этого, так сказать, пандуса, мы достаем практически до макушки дерева. О, Станислав Юрьевич собрался допахивать, чего он не закончил. Не знаю, что это за дерево, может быть, кто мне скажет. Но это понятно, что какое-то дикое дерево.
Очень меня интересует вот это дерево. Сейчас я вам поближе сделаю, поскольку я так руками до него не дотянусь. Какие-то красные листочки, и на них шишечки. Может быть, это какой-то клен? Почему листочки красные? Не знаю, что это. И дальше за ним просыпается сирень. А также с этого пандуса открывается прекрасный вид на домик и огород. Внизу вижу, что бурная пошла уже растительность. Отсюда вижу, что это сныть вперемешку, наверное, с крапивой. Зрители порекомендовали нарвать гусятам травки зеленой, чтобы они начинали ее, так сказать, потихонечку щипать. Пойду, наверное, им сныть и нарву. Но не уверена, можно ли ее давать гусятам. Крапивку можно, если ошпарить молоденькую. Ну, даже молоденькую чуть-чуть кипяточком припарить, и можно им давать. А вот сныть, в принципе, сныть, наверное, можно. Она как капуста. Ну, капуста может пучить. В общем, я сомневаюсь. Напишите мне в комментариях, можно ли маленьким гусятам сныть давать. Или просто пойти одуванчиков лучше им надергать где-нибудь на огороде. Они уже тоже начали просыпаться. И в конце этого видеоролика просто несколько секунд деревенского релакса. Посмотрите, какая красота, и послушайте птичек. Без монтажа, музыки, просто настоящая деревенская жизнь.